К другим новостям. Учителя снова сели за парты, чтобы получить 30% надбавку к зарплате. 175 педагогов региона прошли трехмесячный курс обучения по Кембриджской программе. А накануне преподаватели образовательных учреждений защищали полученные знания на квалификационном экзамене. О педагогах высокого уровня расскажет наш корреспондент. Три месяца по казахстанско-английской программе учителя области прошли курсы повышения квалификации. Под пристальным контролем экспертов и тренеров педагоги обучались новым подходам в преподавании. Международную программу, рассчитанную на 5 лет, разрабатывали Назарбаев интеллектуальная школа совместно с Кембриджским университетом. В рамках этой программы учителей обучают, как правильно на уроке выстраивать обучение с точки зрения критического мышления, с точки зрения учета одаренности детей, с точки зрения использования IT-технологий. То есть все вот эти моменты каждого педагога учат с учетом его подготовленности и его специфики предмета, как это все делать. С февраля по май 175 учителей общеобразовательных школ прошли обучение по третьему, так называемому базовому уровню, практика которого направлена на проведение исследования в действии в реальном классе в реальной школе. Это 2 аудиторных этапа и 1 дистанционный этап, когда они проходили практику в своей школе и внедряли в практику все те знания, навыки, которые они получили в первом аудиторном этапе. Затем они вернулись на обучение и во время 2-го аудиторного этапа обменивались своими наработками, опытом, проводили рефлексию, защищали презентации. По окончанию всех этапов учителям предстояло пройти заключительное испытание в виде экзамена. Здесь все под особым контролем. За прозрачностью экзаменации наблюдают беспристрастные эксперты. Педагогам, которые успешно сдали экзамены, полагается сертификат. Документ дает возможность повышения заработной платы. В частности, те, кто проходит 3-й базовый уровень, смогут рассчитывать на 30% надбавку. Ирина Камышова, Жас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский.